Специалисты филиала Россети «Центр Тверь Энерго» работают над повышением качества электроснабжения в деревне Аксинькино Бурашевского сельского поселения. Специалисты провели разукрупнение существующей линии электропередачи. Это было необходимо для перераспределения нагрузки. Теперь скачков напряжения у жителей деревни быть не должно. Подробности в нашем сюжете. Летом прошлого года в деревне Аксинькино энергетики филиала Россети «Центр Тверь Энерго» смонтировали дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА. Построили дополнительную линию и перевели часть нагрузки со старой подстанции на новую. При этом на старой заменили трансформатор, установив новый с большей номинальной мощностью. В декабре для повышения качества и надежности энергоснабжения электросетевой компании проводилась модернизация подстанции Гришкино. По обращениям жителей здесь был смонтирован дополнительный трансформатор мощностью 3,5 мегавольт-ампер. Конечно, любые мероприятия по ремонту или реконструкции энергооборудования неизбежно сопровождаются локальными отключениями электричества, которые необходимы для безопасного производства работ. Да и суровая зима добавила проблем. В декабре 2023 года местные жители начали жаловаться на низкое напряжение и частые отключения. Энергетики пошли навстречу потребителям и нашли выход. Неспецифическая погода даже для существующих электросетей повлияло на качество напряжения. Мы оперативно отреагировали, и в населенном пункте существующая подстанция при аварийной ситуации мы дополнительно работаем ночью. При минус 30 смонтировали, увеличили сечение существующих проводников, смонтировали дополнительную цепь. Уменьшив мощность на существующий провод, мы увеличили сечение. И вот последующие морозы данный населенный пункт прожил уже спокойно, без каких-либо заявок на аварийное отключение качества электроснабжения. Компания установила приборы контроля качества электроэнергии. В ходе проверки выявлено, на некоторых улицах происходит просадка напряжения. Было принято техническое решение о монтаже дополнительного провода от несущей подстанции. Специалисты Тверьэнерго провели разукрупнение существующей линии электропередачи для перераспределения нагрузки. Это обеспечит, во-первых, увеличение и разукрупнение существующей линии, увеличить надежность напряжения, подачу в дома потребителям и уменьшить потерю по длине линии. Тем самым мы считаем, что качество электроснабжения улучшится и надежность у потребителей увеличится. Также в ходе проводимых работ выяснилось, что кто-то из местных жителей осуществляет незаконное пользование электроэнергии без договора с сетевой компанией. То есть, говоря простыми словами, происходит хищение электроэнергии. Энергетики рассказывают, что нередко причиной снижения качества электроснабжения в жилых районах становится действие соседей, обратившихся жителей. Большое количество актов бездоговорного и безучетного потребления на общий объем 30 тысяч киловатт-часов. Действие по хищению электроэнергии связано также с понижением качества остальных жителей населенного пункта, ведь с превышением нагрузки выпадает большая нагрузка на электрическую сеть. Оборудование, провода, трансформаторы рассчитаны на определенную мощность, а жители, которые производят нелегальное хищение электроэнергии, дополняют эту нагрузку. В итоге от таких последствий, как скачки напряжения, мерцающие лампы, испорченная бытовая техника, вынуждены страдать в том числе и добропорядочные потребители. Поэтому помимо технической модернизации, энергетики ведут мероприятия по выявлению злоумышленников.